Конечно, нравится. Ребята просто молодцы. Они, ну, стараются хорошо делать свою работу. Наслышана очень от своих знакомых хороших отзывов. Надеюсь, все продолжится в том же духе. В принципе, наверное, наше общество ждет таких перемен. Единственное, что я слышала от знакомых, когда они общались с этим патрулем, что у них на данный момент появляется какой-то такой момент, что опускаются руки, потому что, как я понимаю, дальше вся система не меняется. Вот. Хочется, конечно, чтобы у ребят там не поменялось как-то в этом плане их отношение к работе. На самом деле я даже не замечаю их работу, потому что они как-то так очень смешали, что ли, с толпой. Единственное, меня, если говорить о том, что не нравится, мне не нравится реакция людей, потому что все-таки это полиция, патрули, и как бы, ну, наверное, неправильно так реагировать, как будто это какие-то городские сумасшедшие, и просить с ними фотографироваться. Касательно работы, ежевечерне у меня под окнами, вот я там слышу, как они ходят, или патрульные машины. Ну, в этом смысле, наверное, стало безопаснее. Что мне не нравилось, ну, не понравилось, да, в каком-то смысле. Вот я видела ролик, какого-то мужчину поймали, остановили, да, и вот он там начал что-то рассказывать, как обычно, да кто вы такие, ну, хамское отношение у него было. И его просили выйти из машины, он дал по газам и поехал на встречку, да, его остановили, но при этом... Мне кажется, за такие действия надо было более какие-то жесткие меры принимать. С ним разговаривали очень даже так по-дружески, вот. Но они все-таки должны более какими-то быть авторитетными, вот. И в глазах того человека, который нарушает, они должны все-таки какое-то вот уважение больше вызывать. Ну, у меня позитивное мнение по поводу нового патруля. Конечно, есть еще мысли по поводу того, что я не знаю, что от них ожидать, да, еще сейчас на сегодняшний день. Есть опыт сотрудничества, ну как сотрудничество, тоже были какие-то ситуации, да, попадали в автомобильные какие-то происшествия, профессионально очень поступали, очень корректно общались с людьми. С новой кровью, да, не будет взята, скорее всего, что наведут лад на дорогах, мне будет все отлично. Я считаю, по крайней мере, что это хорошее, правильное направление, очень хорошо, что эти люди просто как бы обычные жители города. Вот, они с бывшей власти. И очень на них надеемся. Ну, вижу по городу, вижу в социальных сетях, как работают. Ну, вполне положительно, хорошо. Ну, нравится, как, ну, начиная от формы и то, что они постоянно ездят. На районе постоянно машины проезжают. На районах, ну, я живу на Харьковском, стало более спокойнее.